Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов и Маргарита Манезбекова. Да, вот, я, короче, мы наконец-то снимаем на мою нормальную новую камеру и все такое, я сейчас опять буду вспоминать, как здесь играть. А слово еще в том, что мы играем сейчас... Давай сюда. Сейчас, что мы играем в лицензию. Я, короче, купил лицензию, закинул туда сохраняшки, и мы вот играем. А, вот челленджи, допустим, видишь, они сейчас скажут, бац, нет, соединись, сериали. А поэтому даже в лицензии выяснилось, что мы, короче, никогда не сделаем этих... Минутка трагедии. Да, так, подожди, я хочу взять эту бабушку паром. Чтобы там есть ачивка проехать 30 метров. Кстати, можно попробовать прямо вот здесь, вот просто туда-сюда бегать. А, так, где она? Ой. Не, подожди. Что делаешь? Я пытаюсь... Тут... Ты можешь уйти? Спасибо. Я вот другую кнопку нажимал. Так, не подожди, мне прям понравилось в последнее время вот эта вот, которая была... Так, не надо прыгать. Подожди, а белая, она в какой-то картине была, да? Я не то сделала. Я не этого хотела. Давай, возьми кого хочешь. Сейчас, подожди. Это же чувак был. Ну, вот это вот с ресничкой, смотри, какая. Не хочу. А, в шляпе, смотри, зубастой. Который монах, который там живет что-то в этом. Короче говоря, он отшельник, но при этом в золотом весь ходит, мы уже тоже про это говорили. Так, по-моему, где-то, блин. В каком последний мир проходили? Так они слева, эти самые бабы, они слева. Че слева? Бабы. И бабы слева. Это дополнительные, которые появляются в какую-то... Что ты ищешь? Мы их спасаем. Я хочу персонажа конкретного найти. А я не помню... персонаж слева. Вот в этих героях он слева, вот эти бабы. А, они туда перекидывают их? Короче, вообще забыл, что успел забыть. Там, по-моему, базовые, которые. Все, да, они все там? Здесь. Все там будем. Видишь, бабы пошли. А, ну да. Да, точно. Окей. Там мне надо было Алисей, Алисей. Да там другой, любой, по-моему, можно. Если что, я отдельно потом мы это можем сделать. Ладно, все, побежали, короче. Я не помню, о чем мы... А, мы же сюжет-то прошли фактически. Да, мы можем брать один, говорите, так, один мы можем, отсюда, кстати говоря, один оттуда. Мы можем, допустим, пройти Back to Origins. Я говорю, давай один отсюда, один оттуда. Ну давай, по одному. Чтобы не, типа, не было второе прохождение Rayman Origins. Так, ты как, кстати, нормально слышно все? Отлично. Но у вас ничего не менялось, поскольку у вас все серии выходили с камеры. А у нас было время, когда вот я делал почти два месяца без камеры, я думаю. Основных врагов убивать, кстати говоря, этими. Репами. Да. Я вообще забыл, как играть. Я столько времени играл в третий Far Cry, в шутер от первого лица, что я уже... За что ж ты так с ней? Ну, блин! Сейчас было очень долго вспоминать вообще, как они сыграть. А, и вот можно было ее тыкать. Где-то две недели назад это в это играли. А после этого я очень долго играл во второй прокрай. Ой, третий, точнее, прокрай. За меня там стил. Да. Сейчас. И они исчезли прямо передо мной. Смотри, как она балансирует на этом, видишь, на каблуках. Да. На кончике. Наверное, точно тормознуто в игре, особенно после предыдущих уровней, но... Ну, блин, кто меня? Так, я тебя, ну, извините, пожалуйста. Потом ты неожиданный прям. А что, ты сколько раз ты меня упасила? Вау.
было быстро. Блин, я уже наушники. Да-да-да, их нету. Я забыл себе принести, поэтому. Так, мы никого не про это. Нет, 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 я не хотела. Я не специально. Так, врагов тут рядом нету, а то можно было бы тыкать тоже. О! Тем более, что чувак. Че это было? Главное, зачем? Там птички можно было. А, когда, птички. Когда они... Ай, бля! Там люди дальше. Так, а тут? Окей. Жальте по мне, пожалуйста. Да что ж такое-то, я сейчас не прыгну. Ай. Ой, слушай, а... Блин, возможно, туда было можно... Чё ты? А. Да, вот так. Да, она убивается. Да. Я не знал. Так, погоди, не выкидывай сейчас. Ладно. Вот так вот надо врага есть, мало ли враг нет есть. Врагов. Просто потому что хотел господи. Я помню, я все смотрю этого и смотрю, врагов нету. Они все места, где. Ой, места, где врагов нет. Ну какие уровни спокойные после тех, а? Это просто вот. Да. Какие знакомые, ладно. Упс. Где? Я забыл. А, я забыл. Ай! Здесь нет, да? Так, а тут у нас... Там вроде наверху ничего не было. Так, а тут? О, репа, репа, подожди. Да, попробуй. Это не репа. Не репа. Я облом. Где неубиваемых? Ну-ка. Вот одного убью. Нет, здесь нет, конечно. Ну ладно, может, вот этого второго добивай. Ой! Ай! А. Я просто взять да их. Ну ладно. Прыгай на эту и наверх. О! А здесь вместо репы птиц. А если убить врага, который сам был репой, это считается? Давай просто так. О, так, мне надо напомнить, запомнить вниз, особенно не ебаться так. Так, там. Я такой вообще на все готовое прибежал, просто разбил клетку и все. Что происходит? Где-то хелп мне кричал. А, здесь, наверное. Ну, по-моему, мы не всех собрали, чтобы у меня такое ощущение. Да, что я помнила всех. Вот я проходила туннель, не думала, что тут раз. А, нет, всех. Что-то как... Я вообще, я сейчас немножечко не в этом, не... Не в этом мире? Не выдыхайте, да. 785. Ну давай.
И пойдем теперь туда или будем так вот? Давай туда. Сейчас. Нам дали же какую-нибудь хрень, как обычно. Счастливый билетик? Не. Билетик в кино. Счастливый билетик? Да. Все. You're on fire, baby. She's on fire. Да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, ты не бежишь. Play. Да. А, это все, все понял. Так, ну давай прям повариться. Поскольку остались на время уровни, самые наши любимые. Точнее, мои любимые в кавычках. О, сейчас будет весело. Веревочный курс. Затем еще сейчас будет 12. Там был этот. О, это я да, решил. Я думал, это я. Я хотел успеть тебя еще это, ударить, чтобы. Молодцы, да. Ой. Да. Да что это вообще жесть какая? Так, одного уже просрали. Но там чуть-чуть закипили в одном месте. Да, просто не знали, где, куда идти. Да. А еще прикольная эта камера, она, кстати, пишет вообще без остановки. Насколько... Ну, по крайней мере, я не нашел места, мне было лень уже дальше пробовать. Она час у меня. Бляха. А я еще не понимаю, как там перепрыгивать. Сам если первый раз я там перепрыгнул. Я тут. Воу. Надо было чуть прыгнуть. Надо было прыгнуть чуть-чуть. А как я первый раз прибежала, мне кажется, не так. Это может уже прям это. Не без сознанки прыгнул просто и все. Да, в принципе, если уничтожать, смысла вообще никого нет этих чуваков. Да как здесь перепрыгнуть, я не понимаю, где ты прыгаешь, объясни мне. Ты яму шипами, а у меня не перепрыгивает и все. Не хватает этого. А надо не перепрыгивать, а здесь есть. Ну я знаю, она не взлетает. Он уже вот 39. Он на этом камере висит, поэтому мы сейчас на 39.61. Ой, сейчас. Извините, все. Просто в ту сторону вершит это. Не, все, давай еще им спокойно. Назад вырежем, назад вырежем. Кстати, здесь вот один, видишь, мы не собрали. Не-не-не, если мы все не собрали, значит там сложно. Ну это да, да. 89 из 90, вот, все хорошо. А, челленджи, которые... Не челленджи. Давай до конца туда проходить чуть. Но нам все равно придется их пройти. Да, нам, не, ну, я говорю, постепенно. Блин! Враг был, а там была репа, надо было не прыгать на врага сразу. Подожди, секунду. Я ничего не это.
Даже не знаю, каким образом я его... Она просто помнила. Бляха. Обожаю вот это. Дун-дун-дун-дун. Да, да, да. Да, подожди, я вверху, а? Да. Что ты? Еще одна. А я немножко сижу, как это. Это по большому счету дня день рождения собрались праздновать. Тортик. Тортик. Надо заслужить тортик. Да, надо заслужить тортик. Так, давай, а я разберусь с этим парнем. Налево. Бляха! Ну давай. Ау-няу-няу-няу-вау. Ну, короче, она что-то у меня... Кстати, я никак не могу его представить. Как хорошо, что мы это потом уже вместе с тобой подходили, и не один вот это все в оригинале. По-моему. Если я уже могу путать, но, по-моему, это еще уже не... Нет, это ты еще один подходил. Okay. А, у меня там все поломалось. Да. С этим, ну, точнее, сохранение, я не знал, как это правильно. Поэтому я просто все эти, ну, мир такой-то, все, я его проходил, да. Ты еще думал, а что так сложно так сказать? Да. Какого хера, как это проходит? А, ну, сука, здесь же лететь можно. Что это происходит? Ну, пока с теми разобралась. Ну да, я так краем глаза заметил. Я под раздачу просто пролетел ни за что. О! А он реально такие спокойные, прям ты берешь, так спокойно летишь здесь. Блять! Аня, это ты? Да. Аня, я откуда у нас с тобой? Гениально, я прям оп! Куда ж тебя несет? Телефон звонил, а он еще не может звонить, в нем еще симки нет. Вау! Здесь шипы, все, понял? Ай-яй-яй-яй-яй, я уже почти попрощался со своей... Ну, как сейчас я на чем сижу обычно. Капец. Вау! Wow.
забыла, что надо лететь. Я на себя так засмотрел, что забыла, что надо лететь. Ай-яй-яй! Ёпта, это таратышка, дратара-татарада, я запах слетаю. Да ж твою же ж мать! Ладно, я здесь подожду. Так, я сейчас опять чуть не просрал. Да блин. Ять! Я успел. Молодец. А, можно уже идти. Сейчас пошли. Я постоянно забываю, что здесь можно летать. Как ни странно, хотя это уровень про то, что здесь можно летать, но я постоянно про это забываю. Пам-пам-пам-парам-парам. Еще отдохнули, давай еще что-нибудь сложное. Чао, там все. Ну, из этих. Я понял, временные. Как раз пошли по порядку те, которые мы там где-то чувака одного не собрали. Да, одного чувака не собрали. Не, по-моему, мы его просто не собрали, мы там знали, где, мы просто его не собрали. Там мы просто не успели, это тот на скорость. Не, то есть не то, что мы его еще проебали где-то, искать его надо, просто... Да, нам пошли картину выдавать, потому что у нас типа надо, чтобы все открыто было. Сюда, ну ладно. Подожди, а там почему? А, потому что мы уже заходили, поэтому типа они не считаются. Ну, короче, восклицательного знака нет, я смотрю. Ну, типа, что такое? А, так мы в нем даже играли уже, поэтому. Просто у нас не собран, по-моему, чувак. Ой! Ой, бля. Мне кажется, понял, что это за... Здесь так-то пройти. Ну вот и все, я сошел с дистанции. Да ё! Идиотское место, чтобы умереть. Вот, смотри. Да, я просто не буду мешаться, потому что мельтешение такое здесь, когда два персонажа. Я что-то не особо вижу, где можно проебать этого. А, когда здесь же время. Это, а я ищу, где мы чувака одного не собрали. Я только сейчас сообразил такие, что здесь вообще не про то, что здесь можно кого-то не собрать. Они все в конце сидят же. Да, вот здесь сложно, здесь прям нужно на это напороться. Вот. Прыжок! Мать его. Поэтому я люблю клавиатуру. Да, это не клавиатура, она постоянно включается. Вспомни когти, я в когти только на клавиатуре играю. Что-то там та же самая хуйня с прыжками постоянно. У меня все нормально, вроде. Значит, это просто мои ручки. Значит, это мои левые ручки. Ну, не важно. Меня сожрали. И позже начал просто. Не, я... Мело. Возможно, даже копыта. Хотя копыта, наверное, технически тоже ведь лапки. Копыта — это окончание лапок. Здесь прямо вот в самом конце здесь очень сложно, там надо. Не знаю, как пройти так, чтобы нормально было. Мы сейчас будем очень долго затрачивать. Будет офигенно интересная серия. Да, да. Ну, мы вначале уже поиграли в другие уровни. Хватит. Больше мы не увидим ничего. Не, ну мы же сразу говорили, что мы будем проходить все уровни. Соответственно, сюжет мы прошли. Если кто-то не хотел смотреть, как мы проходим всякие такие штуки, то уже...
Хотя там есть же еще всякие уровни на время, которые мы вообще еще не брали. О! Так, не этого получится? Там так получилось у тебя. Да, это не помогло, но ладно. Как я это сделал, не понял, но ладно. Каким-то образом я уцелел. Ах ты ж мразь! Они реально цепляют за руки друг друга, когда рядом находится вот это. Почему? Поэтому мы и не ставили уровень до конца. Оставим как-то потом. Потом пришло. Вот оно это осталось. Расплачиваться пришлось. Да. Понизу, по-моему, вообще нихуя не сделаешь. Что? Не спонизу, по-моему, вообще нихуя там по месте. Блять, не сделаешь, сука, ёпу мать, обницы. Да, не знаю, что это. Просто у меня, по-моему, не, не помню, в каком фильме был персонаж, который ругался. А, это было в «Один дома». Когда вот эти вот родители, которые ругались. Хача, пшу. Блин, хача, пшу. Да, там же нельзя было матное ругаться в русском фильме. Джо Пеши там вообще, да. Джо Пеши же до этого постоянно Мартина Скорсезе раньше снимался, типа этих уголовников играл. Ну и здесь тоже, соответственно, играл уголовника. Да блин, что ж такое? Я же нажала просто. Ну, вот. Мне веревочки не досталось. Извините. Ну. Там надо как-то прилетать, чтобы ты успевал. Да, нет, там ты по полу бежишь именно. Там по полу на этом месте. О, это раз как круто классно получилось. Но если ты здесь, тормозишь чуть-чуть. А, все. Мы еще живы. Я хоть попробовать чисто. Ой. Free to one go! Сейчас джойстики с клавиатуры доломаем и норм. Уже не так идти. Ладно. Ой, забыла, что пройдет. Вот тут еще очень тоже важно. Вот здесь надо полетать. Да, за это кольцо вообще не хватается. Срать на него. Блин, а ведь... Это капец. Знаете, те вот уровни, на самом деле, с искажениями, они оказались вообще какой-то херня до числе по сравнению с этим. Видимо, мы его не пройдем. Сделаем вид, что это был дейлик, который за сервера не поддерживается. На самом деле, мы испытания пытаемся пройти, просто сервера не поддерживаются. Да. Поэтому мы не можем пройти.
меня был прикол в одной игре. В Эсэбитер посмотрел прохождение. Там тоже всякое собирал в открытом мире. И у меня я иду, проходил, проходя все. Я все собрал, там все взорвал, всю карту зачистил, короче говоря. Но один предмет я взять не смог тупо, потому что я помню в свое время проходил демо на PlayStation. Я даже на Ютубе посмотрел. Я не знаю, как быстрее пройти. Я сейчас идеально прошел. Я не знаю, как пройти. Так вот, я на Ютубе. Слушай, почему я говорю, подожди, не нажимай ничего. Я помню, что у нас было там типа спрыгаешь ждание и берешь штуку. А здесь он не долетает, и все. Я полез смотреть на Ютубе, но на Ютубе он долетает. А у меня в лицензионной версии игры, он не долетает. И все, прямо во всех остальных местах все было нормально. Так что, понимаешь, бывают такие единичные места. Как у меня вот этот Король Лев. Он просто не вылетал на другой уровень, и все. Ну да. И все детство сломано. Без четверти. Да, и ты думаешь, может, я делаю что-то не то, да? Да. Тщетный побыт. Кто не знает, о чем мы, посмотрите прохождение Короля Льва, она там про это рассказывала. Сломанное детство. Да. Ну, Король Лев, он вообще... Я рад, на самом деле. Я в детстве очень жалел, что не могу поиграть в Короля Льва. У меня не работал карты с ним. Вот. Короче, я очень любил мультик Король Лев. Мне так хотелось поиграть именно в игру по нему. Блять, вот как? Я в конце, видимо, как-то не так делаю что-то в конце. Не научились быстро в конце делать, потому что я... Да, не дохожу почти никогда. Ну да. Ладно, окей. Вот, и, короче говоря, как выяснилось, меня кто-то поберег в детстве мою психику. Там и так хватало насилия над ней. И Король Лев просто типа меня огородил. Да, блядь, никогда за веревку не цепляюсь. Потому что я все перехватываю. Ну, да, я понимаю, я это имею в виду. Вот. Потому что когда бы я потом поиграл в взрослый возраст, я такой, бля. Не детская ёпочка. Да. И там ваши Dark Souls, блин. Казуальное говно. Вот как-то да, там ты в одном месте чуть-чуть купила. Не знаю. Блин, одна секунда, даже больше. Секунда 30, полтора секунды. Ну ладно, там 30 каких-нибудь этих я выгадаю, но не... Ну не полторы же минуты, это секунда. Там где-то в конце, там как-то надо по-другому это делать. Можем на YouTube посмотреть аж число? Нет. Так неинтересно. Дольше. Возможно, это будет дольше. Тут надо все равно будет еще сделать, как на YouTube, так что это... Не, хотя бы можешь понять, что мы это можем делать еще никак. Вот да, вот это кольцо вообще цепляется, оно здесь, это, она там путает, ты думаешь, надо... Возможно, надо по низу, кстати, идти, вполне возможно, потому что я там очень много времени трачу на то, что я лечу. Ну, как бы да, но с другой стороны, когда там просто не залетишь, то наверх уже, потом все равно надо на эту нападу. Нет, нормально, ну ты, ладно, я сейчас попробую, кстати, по низу. Давай, пройти. Давай, окей. Если я туда дойду, конечно. Мне надоело проходить вот эту первую часть. Да. Можно сохраниться где-нибудь здесь? Мы не на эмуляторе играем, поэтому нет. Вот тут вот. Все. Я посмотрю, как там. А, само как именно проходить внизу. Блин, вот здесь просто дохрена времени тратится. Но, хотя может быть, потому что он быстро по этим подушкам, так пум-пум и все. А летишь ты дольше потом, возможно, да, возможно, позже. Там еще идти долго тоже. Нет, идет он быстрее, по-моему, чем когда летишь. Поэтому, возможно, действительно, ты тратишь внизу, когда летишь, очень много времени. Я сейчас попробую по подушкам. Подушка такая пум-пум. Я сейчас комбо вариант попробую сделать. Вот так. Груп. Вот здесь пролетать надо сразу вот это место. Не знаю, как. Надо, да, там надо должно быть как какой-то. Короче, там парить нигде нельзя в этих местах вообще. Это все тратит вот эти вот драгоценные миллисекунды. Надо прям все на прыжках. Здесь прям рядом до миллисекунды все надо вот в этом уровне. Есть уровни на время, когда у нас прям время еще целый вагон остается. Это не тот случай.
Александрович, во время бега, наверное, надо нажимать удар вперед. Вот это. Кстати, это мысль, во время бега нажимать удар вперед, чтобы он это ускорялся еще дополнительно. Да. Я же за веревку зацепился. Прикинь. Молодец. А, так я не запнулся, то есть я за это не цепляюсь. А за это я так не зацепился, как обычно. Типа вот так, да. Это сложно мяч, конечно. Да. Наверное, пока рекорд по бесячести уровень. Мне кажется, мы ничего больше так, так долго не будем. Я реально, я думал, что мы надолго... О! Я думал, что мы надолго зависнем в этом. Вот, беги, вот, беги, я просто... Я думал, что мы надолго зависнем именно в тех уровнях, которые, знаете, вот с помехами и прочая хуйня. Мы, а мы их прошли за один... Были. Мы их прошли за один раз. Легче были, серьезно. Я про то и говорю, эти уровни были на самом деле гораздо легче. Мы же все в одной серии прошли, когда, ну, то есть, да. В принципе, в предыдущей. После этого мы еще долго что-то другое играем. О, я поняла, как это делать. Okay. Да. Вот. Мы сейчас просто проходили комнату. Мы там купили, да. Один, другой прикрепил. И здесь, наверное, там надо контролом делать. Вот этот последний, мне кажется, я теоретически поняла. Осталось еще попыток 20 на то, чтобы это на практике оплатить. Да блин, я зачем нажала пробел еще раз? А зачем я это сделала? Why, Риза, why? Tell me why, миссис Лага, tell me why. Это веревка, это просто вот... Мил не хватает. Да. Может, он потому соскальзывает моей, это, что веревка намыленная. Здесь надо делать так. Ё моё. Я не знаю, как там сделать. Там, по идее, смотри, может... Ну, смотри, если сейчас у меня есть предположение, что когда ты ударяешься от второй подушки, еще контролом ускорится. Я пыталась именно это сделать. А он вниз сделал, да? Да. Кстати, я сейчас прилетела, по-моему, почти вовремя. То есть надо сделать вообще... Нет, вот если бы ты... Я правильно поняла маршрут внизу, вот этот вот. Короче, если бы ты не попала вниз, то ты бы пришла вовремя. Может быть, не так, но может быть. Е, я же... Блять, я так круто обрадовался. Все, все равно уже. Да. Как же он долго здесь так все делает. Может, надо вниз быстренько и сразу бежать? А, и пока они, типа, вообще, по идее, ты, наверное, первую ты, наверное, минуешь, потому что нам уже поползет к этому времени остальные. Это, кстати, вариант, слушай. Это вариант. Знаешь, когда ты там отстаешь, я не вижу их как. А, вы мужчины, подохни, как мужчина. А и при этом играет женская персона. Окей, ладно, будь мужчиной. Сдохни, будь мужиком. Я все равно там уже эти миллисекунды потратила, так что... Ну, да. Молодец. Не поговорить. Уж пузырь, просто к чему она говорит это... А пузырем ты летишь точно за вторым персонажем. И экран двигается по второму персонажу. А пока мой первый персонаж, который у меня персонаж с первым, пока он жив, экран только не сдвигается.
Нет, нет, она вылезает прямо из угла. Я просто не успела. Нет, она прямо из угла там вылезает. Я просто не успела. А можно было бы сделать, возможно. То а, то есть до того, как она вылезает еще? Я не успела здесь. Не успела до этого момента, этого самого золотого промежутка не успела. Да, это лучше. Не доел этот уровень. Ёбаный ты такой уровень. Что же ты слышишь? Ладно, в рифму не идет сегодня. Ну, сколько здесь время трачено? Нет, все, пошли в другое какое-то место, потом... Потом еще полчаса будем это... Я знаю, что предлагаю, потом просто это... Ой, ну ладно. Ой, ладно. Я случайно, наверное, взял. Пройти просто без записи и все. Ну да, потом, постепенно. Ну и просто отдельно включить запись, но да, уже да. Не играть, а кусок вклеить, потом да. Наверное, победный. Ну потом после как-нибудь, не знаю, уже. Ну да, я это имею. Что, сейчас опять будем долго сначала вспоминать, как здесь чуть бежать. Блин, опять не бежаю, нажала. Я думаю, выходи. Да-да, воу! Как? Слушай, надо было, наверное, давай. Поэкспериментирую сейчас с верхом. Потому что там можно хотя бы контрол нажать на этом, если ты вверх не бежал. Ну там да. Просто ускорить тогда. Он сразу подлетает туда, куда надо. Угу. Но... Ты очень долго летишь туда. Вот ну вот каждый раз там что-то ходить я думаю, да? Нет, я имею в виду лететь там долго. А-а. Быстрее, сорок, сорок, по крайней мере, быстрее. Давай еще попробуем. А чтоб ты поверху, да. А где-то торт нас ждет. Не заслужили, короче, торт. Пока не прочел уровня какого торта. Да ёпта. Проебашечка. Пам-п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 ам
Зачем я это сделала?
Короче, у меня есть одна мысль. Сейчас. Смотри, секунду, пока не делай. Когда ты съезжаешь с этой с цепочки, да, потом, ты съезжаешь с цепочки, получается, надо перепрыгнуть через такую штуку или на шипы напоришься. И когда ты через нее перепрыгаешь, делать ускорение вот такое. То есть не пролетать вот туда, вот эту дырку, а типа вот, ну, ты с цепочки так и слетаешь, так вот, вот так вот. Ну, если получится. Ну, короче, вот это вот. Ну, блин, как, ну, когда ты... Ты летишь там, там невозможно сделать ускорение в полете. Видишь, вот я сделала, и он затормозил. Ты же делала только что. Он затормозил, видишь, когда ты... Нет, нет, а когда вот так вот закручивается. Может, надо здесь бежать? Может, надо было там бежать все это время? Не знаю, но я про ускорение имею в виду не вот это вот удар ручкой, а когда она закручивается, она он такой и летит. Но вперед. Он же летит, он там не земле, он может не земле так делать только. Ну, а, то есть он в воздухе так не может? Нет. А, что ты сказал, что сделала? Нет! Я сейчас выйду, надо, может, надо было сразу прыгать? Нет, а надо было вначале надо пробегать вообще не так. Может, поэтому у нас никогда ничего не получалось? А как тут еще? Ой, а что, где это я вообще? Блять. А надо как-то по-другому это делать? Ну да. Ай, блядь, я забыл. Сдохнула, а? Вот, я думал, вот здесь можно сделать. Можно было так сделать. Вот здесь, видишь, оказывается, можно жутко прям какое-то место подойти. Да, кстати, надо поэкспериментировать. 50 минут. Слушай, и все равно, блин, эти видео только спасли. Да. Блин. Это последний раз вообще такое. Старайся, не старайся, вот это одинаковый. Может, так побежать? Ну, я не знаю, насколько это там быстрее. На вид это даже медленнее. Ну, это не факт, я просто говорю, что на вид, а там, хрен. Может, здесь поверху тоже надо первого поднять. Кстати, да, так как ты там летаешь шариком все время, посмотри. Что? По таймеру, в следующий раз, когда я уеду. Что по таймеру? Ну, вот здесь еще в конце он так бежит долго. Что по таймеру? Посмотри, сколько занимает, какой, это самое, сколько... Времени я бегу низом, а сколько времени я бегу верхом? А как я это посмотрю? Ну, сколько там, сколько времени на этом на счетчик, когда я бегу низом? Вот. Сейчас. Ну, уже не важно, я же сдох. А вдруг? Давай. Эй, сколько ты берешь? Сколько ты взял? И здесь я здесь очень знаю, как ты там пытаешься на тебя летать. Я заранее это делать. Я знаю, вот. А! Это было самое крутое. Продавился, почекалил так. Сейчас как и где подбежишь, а пору. Еще один довольно глупый вариант, но я не знаю, возможно он рабочий. Вот здесь на веревке налево. И вот нет, и там пору. Ну, там... Нет, это можно сделать, просто, но я не знаю зачем. Так, ладно, давайте мы на этом в любом случае будем заканчивать. Вот, я, если мало ли мы это сегодня пройдем, то я это вклею. Потому что и так вам уже там 53 минуты, и мы больше половины из этого времени пытаемся пройти вот уровень, блядь, что я делаю. А, вот. А пока я скажу, ссылка будет в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу.
Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальных тем, на канал душевных игр за процессии капусты. Жмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому видео для придания скорости, так сказать. Может, как я лучше на этот ждет. Да, все, всего доброго, я прошу, и всем пока. Если что, клеим. За 39, что? Какое-то фундаментальное отличие. Ну вот на том чуваке, он их не сбивает там этих трех, а где кольцо дальше и так далее. Просто он подлетает, падает им на бушку и с них улетает черти куда. Не знаю. Вот, я не знаю, насколько это фундаментально. Вот, но тем не менее. Да! Я просто спою и ничего не делаю. Да. То есть вот он специально подыхаешь и черт. Меня пнул какой-то урод. Саша, меня пнул какой-то урод просто. Иди там, иди покажи ему. Что он себе позволяет? Это невежливо, это грубо. Да блин, сука, бесит меня, если три человека. Три черепа, точнее. Три мертвых человека. Доктор, меня заебали покойники. Нет, я не трофил. Нет, не в этом смысле, понимаете? Три просто конкретно покойника, они доебались уже до меня просто. Они меня тормозят, понимаете? Я не могу дальше продвинуться. Значит, еще одна историческая победа. Значит, про покойников, которые доебались, сработал. Записывал. Работал, да. Ну, видимо, могу убрать. Mm-hmm. Ладно, вот теперь точно все. Короче, вот. Mm-hmm. Все хорошо, все, ты молодец, ты закрыл этот гештальт. Все, теперь точно пока.